Подарки, Виталий. Только без комментариев. Так, молча берешь. Ну, и, понял? Да. Это мои вообще друзья, супер друзья. Чтобы они знали, что я интеллигентному человеку подарил. Без комментариев, да. Идут в Гомосколенко. Это наш очень уважаемый в городе человек. А это супруга очень уважаемого в городе человека. Потому что попасть мне на обложку стоит тоже очень уважаемых копеечек. Ты его сам печатаешь, да? Ну да, у меня беру руками, рисую. Пук-пук-пук. А так что меня на обложку? Ну я же о чем же? Зачем тебе там машина? Продай машину. Нафиг тебе там машина? Продай машину и верчатай. Давай я на обложку. Смотри, как красиво про тебя напишут. Вот моя дочка. Тихо, я сказал же. С этими вот, ну правильно. Значит, вот с такими этими, вот моя дочка, смотри. Где моя дочка, я не понял. Где моя дочка? Вот. А угадай, где моя дочка, кстати. Ну-ка. Угадай, где моя дочка. А, вот это, ну, конечно. Юлечка соскучилась уже по папочке. Журнал, главный редактор. Кстати, холостячка. Кстати, да. Так что ищи. Имеет опыт. Рыжий! Имеет опыт проживания. Рыжий! С. Николаев, поешь! Давай, подбери мне зятька, не пьющего, потому что имеет опыт проживания с таким мажором. Так что надо ее посватать будет. Что тут еще? Или господин Лабугин? Ну это как кого отпустишь? Тут как? Я ж не могу тут выбирать. Кого отпустишь? Все скопировал, да, Марья? Так, что? Так, Виталий. Диски разделил, скажу. Виталий. Разделил, там она глючит, короче. Да? Я вот поэтому скидываю. А ты сейчас куда копируешь? На флешку? На флешку. Сначала, да? То, что было на флешке, я скопировал в ванне. Сейчас то, что это, без массы выйдет, это выйдет. Ну, смысла нет. Понимаешь? Не, ну а куда довести вот эту мебель? Надо было за сумму не задобыть, значит, договариваться. Он говорит, Миха, я, говорит, ничего не смогу, не добыть, по 300 гривен на свалке отдать не надо. Ну, уже говорят, пора и честь знать, что ты тут загостился, Юрий Алексеевич. Ну, я бы еще, конечно, остался бы, но говорят, что уже надо бы и отваливать. А гроши не дают? Гроши? А за что они мне гроши должны давать? А что ты тогда там сидишь? Кормили, поили. Поили, кормили. А? Кормили, поили, говорю, за что они мне еще гроши будут давать? Ну что там, все в порядке дома? Ну денег нету только. Вообще. Долга, косулка. Вообще нету? Ну Юлька дала чуть-чуть? Вообще нету. Ну мамки попроси. Не буду я никакой мамки твоей просить. Ну позвоните, я скажу. Не буду я у нее просить. Ну я позвоню. Я не поеду, я не буду просить. Да. Она кричит вечно, орёт. Зачем надо, чтобы она мне высказывала? Ну ладно. На голову, у меня на ней так болит голова, таблетку даже купить не можешь. Ну ладно, давай, в общем, давай. Как там погода, нормально? Ну так, то дождь, то ветер. А тут три дня дождь идет. Три дня идет дождь. День ураган был, холодно. Три дня идет дождь. Ну, меня братья тут немножко приодели, дали чуть-чуть вещиц. Юля говорит, тебя вчера по телевизору видела. Да не может быть. Где это она меня видела по телевизору? Да, конечно. Где это она меня по телевизору видела? Да, где-то там Тимошенко говорит, что-то суды какие-то. Да, чего это я туда поперся? Ты же сказала. Каким планом? Да ну. Ну что, дочка врать будет, что ли? Ты же, может, что-то... Да на меня похож, может, сюда какой-нибудь. Да, конечно. Дочка могла меня не узнать, дочь. А где она, дома? Да нет, поехала. Куда? Ну куда? Чеками поехала вопрос решать. Я сутки вообще не спала. Чего? Я принесла эти чеки. Ну ладно, ладно. Принесла на кровать. О, Господи. Не разбериха, да вообще, ни по суммам. Ну Андрей что, Оля? С Андреем что? С Андреем что, Оля? А? Что с Андреем? Да ничего. Все в порядке? А на работу пошел он? Да какую работу? Кто его куда берет? А чего? Да никто его никуда не берет, не знаю. Дом бегает где-то. Ну где он бегает? Или деньги просит, и куда-то ему то туда, то сюда. Ну а куда бегает? Ну а я что, бегаю за ним, откуда я? А что, пешком бегает или на машине? Ну на машине. А где ж бензин берет? Кого? А бензин где берет?
вчера у Юльки 40 гривен забрал, заправлялся. Куда я знаю, где-то берет. Что-то может одалживать. У меня позабирался, что может. Ну ладно, давай, целую. Завтра буду. Ну ладно, давай. Давай, давай. Где? В каких новостях? Как ты там со своей этой снимаешь? Процесс. Да ты шо? Да. Кого показывали, как я снимаю это вот? Да. Я ж не видел. Но мне звонило человек 20 уже. Оля позвонила. Да если бы Оля не позвонила и не сказала, ну вот до этого, ты ж смотри, там не иди на Майдан, там флагами махают. Я думаю, что там за флагами махают? Дай, думаю, схожу. Ну и как ты думаешь, мне теперь отмазываться? А что тебе отмазываться? Или не надо? Подвал, чтобы для истории заснял, ты чё? Ты скажи, что ты не Юлю снимал, что ты снимал твердого, хорошего, правильного судью. Нет, я снимал именно Юлию Владимировну, потому что твердый судья... Пойди и скажи им, что ты снимал для истории судью, который осмелился восстановить... Надя, я даже снимал, знаешь, кого я снимал? Я снимал комментарии вот в зале. В зале сидели народные депутаты. Депутаты все. Ну, комментарии у них, конечно, уникальные. Уникальные были комментарии. Там надо было отдельно... Ну, я отдельно, один там их и снимал. Ну, что там же... Чего я там оказался? Там же было не пройти туда. Юра, ну я смотрела репортаж прямой. Не, я имею в виду не пройти там, чтобы Юлию Владимировну снять, или судью снять там с 5 метров, знаешь. Нет. Юлию Владимировну вообще можно было снимать там с 20 сантиметров. Там да. Караул, короче. Забили такая комнатушка, ну как у тебя спальня. Ну чуть больше. Чуть больше. Не могли найти больше помещения. Давай, пока. Ты когда назад приедешь? Ой, да сегодня выгоняют меня уже отсюда, пацаны, все. Ага, ты сегодня вечером... Ну, только ж меня никакого нема, да, так что сегодня... Давай, сегодня. Сегодня вечером я уже буду дома. Сегодня вечером я уже на автобус. Давай, пока.